Это было страшно сначала, когда я шла сюда, я думала, боже мой, это же горы, я же не прыгала с парашютом, ни разу ничего не делала, а тут ничего под ногами и просто нужно парить. Это было страшно, но когда мы начали парить, когда даже только началась подготовка, это было так комфортно. Я хочу сказать большое спасибо команде, Анатолию, Ивану и вообще Sky Atlantis. Это нереально круто и комфортно. Мне кажется, еще очень важный фактор — это человеческие отношения и доверие, которая возникает между тем человеком, который за твоей спиной поддерживает тебя. С Анатолием очень комфортно, очень спокойно, и мне кажется, если у вас вы попадаете в горы и у вас есть возможность немножко попарить, это будет лучше, чем медитация или что еще угодно, потому что это такое нереальное состояние невесомости. Кажется, ты вообще отпускаешь все на свете, тебе хочется просто вот оставаться в этом состоянии как можно дольше, и сейчас эти 15 минут, это, наверное, такая супер большая инвестиция в себя, в свой внутренний мир, гармонию. И, конечно, это безумная красота, потому что это горы, это облака, это свежий ветер и воздух, который такой вкусный. На земле его так не почувствуешь, а здесь прям ты ощущаешь, насколько это по-другому. Еще раз большое спасибо. Я думаю, что это был мой первый полет, но явно не последний. И когда приеду в следующий раз в Грузию, обязательно обращусь к ребятам снова, потому что, ну, это любовь. Спасибо.